Народные избранники урезали себе жалование на 10%. Снижение затронуло депутатов, работающих на постоянной профессиональной основе. Таких в Государственном совете 9. Эту инициативу нашему телеканалу прокомментировал Игорь Кушев, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам. Я всегда говорил, что я готов к этому морально в предыдущем интервью, а теперь готов к этому и материально. Ситуация, когда президент нашей страны и глава республики добровольно сами сокращают денежное вознаграждение на 10%, мы считаем, что было бы и неуважительно, и морально у нас таких прав нет. Не поступить так же. Я считаю, что когда ситуация в стране такая, это нормально, это правильно, так и должно в принципе быть. Тем более, что речь идет только о высшем уровне управления, о высших управленцах. Это должности министра, наверное, и выше. Поэтому считаю, что это нормально. Рядовых работников, аппарат это не касается никак. Начальники отделов, там люди, работающие на должностях чуть ниже министра, они никак затронуты этой инициативой не будут. Повторяюсь, это наше добровольное желание, это наша добровольная воля.